Всем доброе утро, ребят. Идем к экскаваторчику. Сейчас заведемся, прогреемся. Посмотрим, что у нас тут. Налило воды, не налило воды. Обвалилось это все дело или нет. Надеюсь, что сегодня я выкопаю этот пожарный пруд. И по идее уже завтра должны приехать ребята. И будем копать там насосные станции, бла-бла-бла-бла-бла. Так, вроде бы подсохла грязючка, но... Так как в пятницу вечером был очень большой дождь, естественно, то, что... А нет, глядите-ка, хотя бы трубы видно. Уже неплохо. Трубы видно, это очень хороший результат, так как... Мне ниже труб всего лишь полметра нужно. И этого озера совсем тут кусочек. Несмотря на то, что сегодня обещанный дождь, я думаю, что мы на ура с этим всем делом справимся. В колодцах у нас что? В колодцах вообще ляпота, практически воды не стоит. Взял себе поутру энергетос. Надеюсь, он мне поможет взбодриться. Голова чутка квадратная. Видимо, вчера недозлоупотреблял алкоголем. А мог бы. Так, мое говнище-днище, что я нарыл. Надеюсь, не свалилось. Надеюсь. И... Не затоплено. Не может не радовать. Все на месте.
продолжаю рыть этот пожарный пруд. Сделал одну часть, но не до конца, так как у меня уже топливо на грани. Жду, пока подвезут. Сделал эту часть, но, видимо, эта часть чутка ниже. Я сейчас заеду, уберу там низ и накину наверх, как раз добавлю. И у меня там добавятся эти, я не знаю, 20-30 сантиметров, и они в аккурат выровняются с этим. Будет более симпатичнее. Ну и здесь надо будет убрать еще около 3 метров и уже делать откос. По сути, работа вся окончена, но, ну как по сути, работа была бы окончена, если было бы топливо, но топлива нету, поэтому тупо буду сидеть ждать с моря погоды. Экскаватор работает и так там на последних порах.
Это пожарный пруд, мое творение. Заняло это все день подготовки, расчистки всего, что тут было, говна и травы этой всей, перекидка ненужной земли. И, грубо говоря, на данный момент еще 5 часов, ну нет, не 5, пусть будет 8 часов для того, чтобы выкопать само озеро, господи, пожарный пруд этот. Почему 8 часов, почему так долго? Во-первых, вся эта территория вокруг, она досыпалась мной, заездилась, затрамбовалась. Плюс еще были проблемы с тем, что там была вода. Я 2 раза воду вычерпывал оттуда, сделал себе такой импровизированный канал и воду вывел туда подальше. Не знаю, как эти... со склада еще, блядь, их там не затопило, не пришли ко мне с негритянским писюном, не выжарили меня. Там уже, вот, я показывал до этого, у нас котлованчик под рассеивательное поле, завтра там же, за этим рассеивательным полем, будем качать. Ой, господи, будем копать насосную станцию, ставить, вот, бочка у нас, здесь вот она лежит, но не тубзик, бочка. И здесь я еще завтра, когда появится топливо, здесь еще небольшой откосик сделаю, расчешу, чтобы было все красиво. На данный момент уже у меня топливо закончилось, а вон гусяночку ему почистил, чтобы все было как у людей. Ну, осталось теперь в кабине прибрать. Сейчас пойду найду себе щеточку и наведу красоту. И на этом, видимо, сегодня все. Что дальнейшее будет с этим всем озером? Мы подождем, пока оно чуть-чуть присядет само по себе. Нам нужно дождаться этого момента, так как оно еще все закроется клеенкой, и что-то там еще будет на низ подсыпаться. Я еще конкретно не знаю. Вот знаю, что оно должно полностью все клеенкой, скажем, не обклеиться, а заложиться. Вот так лучше сказать, выразиться, ё-моё. И на сегодня, видимо, все. Сейчас пойду щеточку найду, еще в кабине пыль помахаю, чтобы было реально как у людей все, они вот это через задницу. И будет лялька. Еще это наш первый экскаватор, ну, скажем, за последнее время, что мы берем в найм экскаваторы, и сюда нужно долить AdBlue, по-нашему просто мочевина. И этим занимается только снабжение нашей фирмы. В общем, я сейчас позвонил, он в обморок, потому что сюда в Ецево ехать с Риги почти час, туда час, плюс еще дорога, ну, бла-бла-бла. Заехать, купить, залить, отдать. Такие маленькие моментосы.
Здесь еще есть планировочный ковш, но мне очень не понравился. Не понравилось управление им конкретно из-за того, что поворот лево-право управляется с помощью педали. Мне это ужасно неудобно, я привык на джойстике. Любое движение ногой его дергает, смыкает, выходит неплавное движение, что приводит меня в ужас и ярость, и ну его все лесом. Эту щебень будем туда, в тот котлован кидать. Для рассеивательного поля она предназначена. Сами увидите, тут многие ребята начали писать, типа, что я за хуйню несу, я извиняюсь за французский. Увидите, оно похоже на ячейки наборные Лего. Увидите, там довольно-таки интересная конструкция. Но, короче, все покажу. Еще такой момент случился, извиняюсь за свою срач. За свой срач это все уберется, как бы сейчас позаметаю, вот тут попрыгаешь по грязи, тут идеально не может быть. Ну, кроме тех людей, конечно, кто в тапочках сюда заходит и бла-бла-бла. В пятницу, когда рыл тот котлован, у меня здесь GoPro-шка стоит. Ну да, я стекло поднимаю, вот она снимает все, что происходит там. Ну и как бы очень жарко стало, я включил себе климат, задвинул стекло, GoPro-шка здесь стояла, она мне никогда не мешает. Копаюсь, надо назад отъехать, я, как обычно, да, назад нажал, еду вперед. Блять, не едет экскаватор, ну а смотрю, что да, но не едет, и все, назад, идеально едет вперед, но не хочет ехать, хоть убейся. Назад опять, едет идеально, вперед, нет. Но есть как бы здесь служба поддержки. Думаю, сейчас наберу, расскажу ему, какая-то херня, экскаватор сломался, нужно отдавать. Клянусь, я практически уже набрал их. Вот, такой думаю, твою ж маму, снимаю GoPro-шку свою. Хорошо, хоть не позвонил, вот оп, смеялся долго со своего тупизма. Ну, я и так смеюсь. Ну, в общем-то, такие моменты интересные. Сказал, что позаметаю, позаметал. Пацан сказал, пацан сделал. Не выебываемся, ребятки. Держим чистоту в кабине. Сейчас бы еще стекло это отшкрябать, а то ляпнуло этой глиной и домой.